Состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. В нем принял участие и глава Чувашии. Текущую ситуацию обсудили в формате видеоконференц-связи. Борьба на невидимом фронте продолжается. Цифры и факты тому подтверждение. За период реализации стратегии правоохранительными органами Российской Федерации выявлено порядка 2,3 миллиона наркопреступлений. 72,5% из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Возросла эффективность противодействия групповой и организованной наркопреступности. Так расследовано свыше 166 тысяч преступных деяний, совершенных в формах соучастия. Из незаконного оборота изъято 437 тонн запрещенных веществ. В Чувашии идет системная работа по предупреждению незаконного оборота наркотиков, профилактике противоправных действий. За 10 лет, согласно официальным данным, показатель общей заболеваемости наркомании снизился на 41,4%. Необходимо больше работать с молодежью, считает глава республики. Именно в этой среде больше рисков. Вероятно, пришла пора переориентировать работу комиссии по делам несовершеннолетних. Неблагополучные семьи должны быть под особым контролем. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика.